Программа по поддержке предпринимательства в Хакасии работает и дает ощутимые плоды. Пример тому – крупное предприятие по производству металлоизделий «Стальконструкция». Год назад из республиканского бюджета ему выделили солидную сумму – более 8 миллионов рублей. Государственные деньги предприятие использовало на расширение своего дела. Сегодня пришло время отчитаться о результатах сразу двум министрам – регионального развития и экономики. Во-первых, мы приобрели новые площади, в которых начали выпускать дополнительную металлоконструкцию. Сегодня у нас есть, появились очень много новых переносных сверлильных станков, где не нужно балку вести к большому станку, это определенно, а есть магнитный станочек, который принес на место, наметил отверстие и просверлил. Это сокращает всевозможные затраты. Экономический совет одобрил проект «Стальконструкции», потому что сегодня в Хакасии практически нет подобных производств. При этом в металлоизделиях острая нужда, продукция востребована у строителей, энергетиков и нефтяников. Потребуется она и для строительства цехов и предприятий Абакана-Черногорской агломерации. «Стальконструкция» уже участвует в этом проекте, изготавливает конструкции, в том числе и для жилых помещений. Мы вот развитие агломерации и развитие этого предприятия связываем неразрывно. Так что здесь будет такой хороший положительный эффект синергии. С одной стороны, в «Стальконструкцию» вкладываются в том числе средства республиканского бюджета. С другой стороны, мы четко понимаем, что предприятие в дальнейшем всю цепочку строительно-индустриального кластера там, в том числе доведет до логического завершения. Сегодня у предприятия дела идут в гору. Цеха обновили современной импортной техникой для нарезки металла, сверления и сгибания в любые формы. Это снизило затраты на производство и в конечном счете удешевило продукцию. Вырос и объем производства. Пока на 30 тонн. Если раньше в месяц выпускали по 250 тонн металлоизделий, то теперь почти 280. Но сегодня в условиях кризисного рынка это говорит о перспективах и грамотном менеджменте «Стальконструкции». Для объекта республиканского значения Абаканская ТЭЦ за этот год здесь смонтировали 5000 тонн металлоконструкций. Мы лишний раз убедились, что достаточно на высоком уровне находится культура производства. Посмотрели производственный процесс, пообщались с сотрудниками, то есть понимаем, что у данного предприятия есть достаточно серьезные перспективы. «Стальконструкция» на рынке уже более 40 лет. С 69 года практически все телевышки и водонапорные башни, которые есть в республике, построены именно здесь. Производство уникально тем, что занимается не только изготовлением металлоустановок, но и их проектированием и даже установкой. Поэтому фирмы доверяют самые важные гособъекты. Например, восстановление Саяно-Шушенской ГЭС и строительные работы на Абаканской ТЭЦ. Есть крупные заказы и из других регионов. Вот эта огромная емкость для хранения воды скоро уедет в пожарную часть Бурятии. Сегодня специалисты работают также на Богучанском алюминиевом заводе. Предприятию есть куда развиваться, теперь есть все условия. Не хватает только квалифицированных сварщиков. У нас есть достойные сварщики, которые умеют хорошо варить, качественно варить и побеждают на конкурсах сварщиков Республики Хакасия. Но хотелось бы их иметь больше и лучшего качества. Но здесь готовы и обучить, и обеспечить молодого специалиста интересной работой и достойной зарплатой. Зарплата всегда не хватает. Денег много не бывает в нашей жизни. В пределах 30 тысяч зарплаты. У предприятия еще много планов. Если все удастся, на следующий грант оно собирается приобрести новое оборудование для работы с листовым железом. Оно легче и дешевле металлопроката и более востребовано в строительной отрасли.